Никитские ворота в Москве. Дворик 110-й школы. 5 бронзовых фигур. На доске у подножия фамилии. Много фамилий. Об этих ребятах, о выпускниках одной московской школы, о тех, кто не вернулся с войны, рассказывают их одноклассники. Физик Галямина, инженер Шлыков, журналист Дзюбинская, скульпторы Богушевская и Метлянская. Наша школа понесла огромные потери. Вот на доске, которая стоит перед этим памятником, там 100 фамилий. Значит, 100 человек из одной не очень большой московской школы погибли в боях за Родину. Далеко не полный список выпускников нашей школы, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Костя Вербицкий, Игорь Волорович, Олег Фокин, Юра Журин. Погибли девушки. Анна Пущеровская, она под Сталинградом была. Одним из первых ушел на фронт Гриша Родин. Потом Игорь Купцов, Юра Севастьянов, Юра Девельковский, Габр, Раб, Женя Цыкин. Помню, был такой очень торжественный вечер, и вдруг речь по радио с объявлением войны. Но это был такой гром, который все перевернул. Назначенный день июня 41-го года. Все явились с рюкзачками, и нас повезли в одну из школ Краснопресненского района. Нас всех выстроили, и на балкон этой школы вышел секретарь райкома комсомола и сказал: ребята, вы будете строить укрепрайоны на дальних подступах к Москве. Заиграл оркестр, и все стали петь «Интернационал». И вот этот вот строй ребят, певших «Интернационал», вот он как-то мне запомнился очень. Это вот был тот рубеж, где для меня и для моих одноклассников кончилась школа, кончилась уже нормальная жизнь, уже началась совершенно другая полоса. Гриша Родин, наш комсорг, вот тот, который стоит с планшеткой на отшибе, ушел добровольцем в комсомольский батальон. Ну, он был поразительно способный парень, писал стихи и свою гибель предчувствовал. Но это ему не мешало пойти добровольцем. Ну, его там берегли, старались не очень пускать в бой, потому что видать было, что он мальчишка совершенный. К его матери потом рассказывали, его цепь залегла, но он ее поднял, и его тут же скосил пулемет. Теперь вот впереди стоит высокий такой парень с таким очень благородным, красивым лицом. Это Игорь Богушевский. Он был тоже замечательный парень, очень способный к физике, к литературе. Вот он такой вот человек был. У него была какая-то вот такая склонность, что он всех каких-нибудь, ну вот несчастных, неудачников, как-то пригревал всех, жалел, всем помогал, какое-то тепло давал. Все они к нему тянулись. Вот такой он был парнишка. Вот сзади него стоит Габр Раб, такой невысокий парень. Он был у нас председателем учкома. Его отец был венгерский коммунист. Габр еще учась в школе, ходил в МГУ, там был в физическом кружке. Габр, я помню, как уходил. Утром рано ему было уезжать, уже, конечно, никаких проводов, потому что это какие-то уже были военные дела. Но вечером я просто помню, что я ему где-то разыскивала теплые варежки, потому что было холодно, и посмотрел, что у него ничего нет на руках, но быстренько начали вечером искать что-то. Погиб он очень трагически во время артиллерийского налета. Это же был самый конец войны в Германии, бои под Бреслау. Вот дальше стоит Юрий Девельковский. По-моему, он был очень тонкий человек. За год человек совершенно изменился и стал таким вот сразу, может быть, взрослее значительно, зрелее. Вот это уже треугольнички все, вот они все целы. Шлю тебе гвардейский фронтовой привет, извини за стильную обстановку, настраивайся, прохожусь на Украине. Стоим в обороне. Когда будет на то время, двинем немца. Это совершенно не в его стиле. Понимаете, человек, который увлекался французской поэзией, человек, который переводил Бронинга. Вот здесь вот он так пишет, как все в то время думали и все писали. Двинем немца не хуже, чем его двигают сейчас на других фронтах. Вообще, я верю, что скоро конец войне. Если посчастливится, к осени все увидимся. Написано это в 44-м году. Прости, что пишу редко, и то трудно. Это Юра Невельковский, да. Ну и последний из стоящих в этом ряду – это Игорь Купцов. Очень застенчивый такой парень, был высокого роста, красивый, увлеченный. Он все время мечтал быть летчиком, но его мечта не сбылась. Он стал артиллеристом. И вот я с ним вел переписку, и вдруг она прервалась. А потом мне брат его сообщил, что Игорь Купцов погиб. Не хотелось верить. И вот это вот чувство какого-то недоверия, оно потом все-таки оправдалось. Через несколько месяцев вдруг я получаю от него письмо. Наверное, меня, говорит, вы похоронили, я жив.
Он был тяжело ранен и попал в плен. Ему удалось бежать из концлагеря и удалось даже сохранить свой партийный билет. И, несмотря на свое тяжелое ранение, он говорит, в каком состоянии не был, я домой не вернусь. До полной победы. Последнее письмо я от него получил 25 апреля, в самом конце войны. Ты сказал, погибло 5 человек, значит, из 40. На доске перед этим памятником 100 фамилий. Девочки воевали, какая Наташа Зябинская была. Они шли в наступление, и последнее письмо было написано 17 апреля, за день до смерти. Здесь весна, распускаются какие-то синие цветочки, мы идем на Берлин. А ночью они близ деревни Хиршфельда расположились, и почти все окопались. А она, человек романтический, она решила спать просто так, под открытым небом. И ночью был налет, во сне ее убил осколок. Это было 34 километра от Берлина. Письмо о ее гибели пришло 13 мая. Казалось невероятно, что кто-то вообще из наших может погибнуть. Нам казалось, что мы все бессмертные люди. Они никогда не были вместе. В одной части, в разное время они попали в армию, и в разное время они погибли. Все в разное время ушли. Вообще-то они стояли в едином строю. Их объединяло вот общее дело, борьба с ненавистным фашизмом. Такое поколение было, которое много могло бы сделать. Ребята все были, в общем, очень незаурядные.